1 октября 2016 года в музее-заповеднике Царицына прошел 6-й международный фестиваль «Казачья станица Москва», посвященный уникальной культуре казачества. Фестиваль проводился Департаментом национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы совместно с Советом при Президенте Российской Федерации по делам казачества и Войсковым казачьим обществом «Центральное казачье войско». В фестивале приняли участие представители более 30 регионов нашей страны. В программе мероприятия были мастер-классы по традиционным ремеслам, конные выступления, спортивные состязания и казачьи игры. Московскую школу 2053 представляли поисковый отряд «Эхо войны», руководитель Алексей Земсков, и музей «Герои нашего времени», руководитель Михаил Михайлов, а также ученики этой школы, поисковики и музейные активисты Дмитрий Васькин, Андрей Быков и Екатерина Жочкина. В числе первых на главной сцене выступали наши друзья из Хуторского казачьего общества «Мариинское», лауреат международных и всероссийских фестивалей «Ансамбль казачий дюк». Руководит коллективом его солист, казачий полковник, атаман Игорь Сокуренко. Привет, Москва! Здорово, не вали, братья казаки! Что-то вас плохо слышно. Здорово, не вали! Вот теперь нормально. Специально для вас. Такая хорошая песня за Россию нашу мать. Поехали, включаем. Гуляй, казаки! Свистнула в степи, не добраться до реки. Это выходит дончики, чтобы было веселее. Гнали казак, гнали, хоть придется воевать за Россию нашу мать. Сегодня нам благоволит. Сегодня целый день можно гулять, хорошие слова говорить. И говорить «Люба России! Люба казакам!» Фестиваль «Казачья станица Москва» в Царицыно стал знаковым событием московской осени в развитии самобытных традиций и культуры казачества.